предохранялась календарным методом, но он оказался недостаточно надежным, и я забеременела. Еще не зная об этом, услышала от подруги о таком безопасном методе контрацепции, как Форматекс. До визита к гинекологу использовала его. Могу ли я сохранить эту беременность? Как может отразиться применение Форматекса на здоровье будущего малыша? Если вы не использовали надежную контрацепцию и беременность уже наступила, и уже после того, как она наступила, вы воспользовались препаратом Форматекс, а теперь узнали о том, что беременны, нет необходимости прерывать такую беременность, потому что препарат Форматекс никоим образом не влияет на состояние вашего организма. Действующее вещество этого препарата не всасывается через слизистую оболочку влагалища в кровь и поэтому не может оказать никакого влияния ни на течение беременности, ни на здоровье вашего будущего малыша. Поэтому, если вы планируете сохранять такую беременность, то можете быть спокойны за здоровье вашего будущего малыша.